Нефть продолжает дешеветь. Декабрьские фьючерсы на черное золото марки Brent во время торгов на лондонской бирже упали в цене на 0,57%, а до $85.37 за баррель. Что касается октябрьских фьючерсов на нефть WTI, то их цена в ходе торгов на бирже Нью-Йорка упала до $79.68 за баррель. Эксперты объясняют падение цен тем, что страны ОПЕК уже на протяжении 3 месяцев продолжают увеличивать добычу черного золота. Удержать прежние тарифы не помогли даже новости из Евросоюза о повышении производительности нефти.